последним данным по коронавирусу. В коме за сутки, по сообщению Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвержден еще у 71 пациента. Выздоровело 22 жителя Коми. Таким образом, сейчас в активной фазе находится 1169 человек. По традиции, глава Коми Владимир Уйба прокомментировал свежие цифры и новости дня в своем традиционном видеообращении. Сегодня я принял участие в совещании президента России Владимира Владимировича Путина с избранными главами регионов. Глава государства призвал нас работать с предельной самоотдачей и добиваться реальных результатов, ощутимых для жителей регионов. Такую же задачу я ставлю перед собой и перед членами правительства республики. Глава государства отдельно остановился на задачах по реализации национальных проектов и на вопросах, связанных с прохождением коронавирусной эпидемии. Президент особо подчеркнул, что нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы не допустить возврата к жестким ограничительным мерам, которые были введены весной этого года. Особое внимание Владимир Уйба уделил вопросу вакцинации жителей Коми. Вот что по этому поводу он сказал. Сегодня мы обсудили на заседании правительства республики этот вопрос. И по цифрам на сегодняшний день уже сделали прививки свыше 127 тысяч человек. Но это всего 15% от числа жителей, и этого, конечно же, недостаточно. В этом году нам надо охватить не менее 60% жителей, я об этом уже говорил, и необходимость вакцинации именно этой осенью особенно актуальна. Очень важно, чтобы одна инфекция коронавирус не наложилась на другую грипп. Поэтому призываю снова подумать о своем здоровье и не отказываться от вакцинации против гриппа.